далее в нашей передаче. Забудьте о верных боевых конях. Мы покажем вам новую боевую машину. Это высокотехнологичный, мощный и многофункциональный бронетранспортер «Страйкер Интерим». Когда назревает конфликт, солдаты должны быть готовы немедленно вступить в бой. Вопрос лишь в том, как доставить их из казарм на фронт. Ответ прост – на «Страйкере». Когда армия искала лучшую боевую машину, во внимание принимались все достижения техники, все системы, вплоть до колес и гусениц. И «Страйкер» показал себя лучшим. «Страйкер» — это шестискоростной, восьмиколесный бронетранспортер мощностью 350 лошадиных сил, весящий более 19 тонн. Примерно столько весят 6 военных джипов «Хамви». Но благодаря суперлегкой и пуленепробиваемой керамической обшивке, это лишь треть веса танка «Абрамс». Что же делает «Страйкер» особенным? В двух словах, эта мегамашина — настоящее чудо техники. У «Страйкера» 10 модификаций с различными функциями. Основная функция — бронетранспортер. Он высаживает солдат в месте назначения и обеспечивает огневую поддержку. Цель опознана. Огонь! Есть медицинская модификация для эвакуации раненых. Модификация, способная нести несколько типов минометов. Модификация, служащая передвижным штабом для командующих. Мы берем обычную машину и оснащаем ее различным оборудованием для выполнения определенных функций. Добавьте к этому броню, выдерживающую выстрел 50-го калибра, и получите титана, готового к бою. Второй секрет «Страйкера» проще, чем его многофункциональное оборудование. Это его скорость. Он может развивать скорость до 100 км в час. Он очень быстро передвигается. Высокая скорость также помогает ему защищаться. Еще одним его плюсом, помимо скорости, является грузоподъемность. Этот 7-метровый вездеход может вести команду из 2 человек и отряд из 9 солдат почти 500 километров без дозаправки. И это без тряски, присущей танкам и другим машинам. Благодаря этому солдаты прибывают на место в полной готовности. За ночь можно преодолеть 150 километров. А по прибытию сразу отправиться на задание. И начать бой. Солдат создает себя сам, а «Страйкер» — это инструмент, позволяющий использовать его потенциал по полной и делать вещи, на которые он раньше не был способен. 200 метров, готовься! Благодаря своим навыкам, «Страйкеру» и возможностям, которые он открывает, у солдат появляется преимущество.